Добрый вечер всем поклонникам баскетбола. Казанский Уникс начинает свое шествие по плей-офф Единой Лиги БТБ встречей с баскетбольным клубом «Самара». Ему противостоит Джеймс Томпсон, который тоже является очень мощным центровым щитобивающим. Павел Леницкий, недолго думая, втыкает сверху. Не сказать, что самый легкий. Отличный розыгрыш, и Томпсон сверху мяч закладывает. То ли своим, то ли соперником, то ли для самого себя. На боку! С двух рук ворвался бельгиец. Дмитрий, к сожалению, на травме. Загородс идет у конца, но боку! Замочек! Чем больше сила, тем больше ответственность. И вот этот момент стоит пересмотреть Рейнольдс. А пока Зайцев берет перехват, Рейнольдс! Куда должна идти вся сила? Вот кто сейчас тащит Уникс и наращивает преимущество. Семь подряд. Томпсон! Вау! Домагав четвертьфинальных матчей. Эрик Грин. Най, передача за спиной. Красивая, лабери. Должен был завершать такую красоту, но завершает Баку. Томпсон борется в начале третьей четверти. Хокинс. Наведение. Еще одна тяжелая. Три заходит от Самары. Вдвойне приятнее видеть. Робертсон, неужели снова пойдет в одного, но против Баку это, конечно, не вариант. При всем уважении, еще одна скидка шикарная, до Беленицкого заводит мяч. Вот это многоходовочка, вот это красота. 11 для Уникса. Будумаг на исходе владения, не точно, снова Уникс отбивается. Баку набегает, навес, бау! Нужно собраться Самарцу в нападении. Загородс пойдет до конца. Но как тут собраться, когда Баку тебя разбирает, как Лего? Но Хокинс находит способ эту тенденцию нарушить. И это я говорю про Самару. Но сейчас Баку забыли. А Баку ведь тоже мелькает на горизонте. Принесет его. Дабл-дабл. Пока мимо. Будумаг. Один на кольцо. Бам! Одной ручкой. Капитан Самары 25 апреля. Ух ты! Танцы, танцы свели Виктора с ума! А Эрик Грин это сумасшествие завершает трешкой! Матч закончен. Уникс одерживает уверенную победу 83-73.